Так. Привет любителям поискать! С вами Тёк, и это игра Hidden Through Time. Я не знаю, как правильно перевести ее, но я был просто очарован вот этим вот обилием маленьких человечков, рисуночков. И вообще сама рисовка мне очень сильно напомнила. У моих детей есть книжка, в которой нужно тоже что-то искать. Это игра про поиск предметов, но она какая-то особенная. Мы сейчас с вами попробуем, я особо сильно не вдавался внутрь. Мне ее предоставили бесплатно совершенно, ребят, которые сделали, большое им спасибо. Вот, в общем, как-то сошлись все звезды, и рисуночки знакомые, тут про стилистика мне очень сильно знакомы, я не знаю. Я сейчас не найду, конечно, эту книжку, но она где-то там в детской есть. В общем, давай смотреть, что это такое. Режим сюжета «Каменный век. Нападение тиранозавра». Я так понимаю, нам здесь просто нужно искать предметы, которые обозначены здесь, да? Не стоит оставлять мясо снаружи. Так, может, оно внутри? Зажег костер. То есть здесь еще может быть что-то издалека изнутри. А, во, мясо нашел. Так, еще веточка. Вот веточка. Или это типа копье. Неужели я буду в этом видео просто тупо искать предметы? Оу. Жестко. Так-то жестко. Топор, стрела. Так, отлично, у меня есть фрукт, но где же мой нож? Тут еще, смотри, можно смотреть подсказки. Охотники снаружи, и я наконец-то могу сбежать. О боже, вот она, мышку нашел. Охотники, говорит, снаружи. Ай, ты какая, поиск предметов. Сейчас все такие сидят уже орут. Ну, Витя, ну как ты можешь не видеть? Ну вот же оно! А я не вижу. Следующий уровень 4 из 5. Как это? О, топор! Нашел топор. Ой, стрела, стрела. Что стрела, где ты? О нет, кто-то убил дерево. Она в дерево воткнута. Вот она. Так, значит, отлично, у меня есть фрукт. Но где же мой нож? У кого есть фрукт? Давай начнем с этого. Я не вижу ни у кого. Ни у кого не вижу фрукта. Ловушки какие-то. Волки рычат. Какая-то миленькая. Слушай, это реально надо дочку сажать сюда, чтобы она сидела и играла в эту игру. Она любит такую тему. Я нашел! Вот он! Ура! Встреча! Вы что, с ума сошли? Че так много? Ой, динозавры! Волки! Кушают! Опять кинжал где-то должен валяться. За пределами, видать, карты. А где коричневый волк? Давай сначала раскроем все палатки. Капец. Сколько здесь всего. Что тут реально просто обыскаться. Ой, звук какой страшный. О, шаман. Нашел шамана. Черепушка. Лизарда кусок. Что, такая орда здесь шевелится. Здесь нужен какой-то чувак. С ножом. У нее должна быть зеленая шляпа. Зелено-синяя. Вот он. Нашел. А где волк? Он завидует остальным. Вот он. Слушай, реально надо по подсказкам искать. О, это ящерка. Не понял. Какой клевый звук.
Он умеет прятаться в кустах. Что такое? Они не в ту сторону смотрят. Я понял. Мне нужно ящерку, которая смотрит в правильную сторону. Кинжал нашел. Случайно мимо проходил. Ящерку искал. Так, слева направо должна смотреть. Блин, этот звук. Ящерицу не вижу. Хоть убей. В кустах где-то. Улитка. Ему очень нравятся фрукты. Фрукты у нас здесь есть. А где еще фрукты? Это реально, знаешь? О, так, тихо. Вот она. Улиточка. Что это такое? Прошу тебя, огромный гигант, не раздави меня. Что это такое? Мой отец был каменщиком, как его отец до него. Вот она. Так, значит, осталась ящерица в кустах. А... Причем смотрящая слева направо. Подарок для военачальника. Кто у вас военачальник? Вижу. Ну, в общем, остался какой-то непонятный желтенький банан и ящерица. Гигант, не наступи на меня. А, возможно, рядом с... Вот. Логично. Вот она. Что, опять не она? Он умеет прятаться в куст. Да ты издеваешься. Я нашел. Твою ж налево. Вы нашли все цели. Что вы хотите сделать? Следующий уровень. Выставка камней. Прикольно, пацаны, смотри, вырубают из камней какие-то... Ты посмотри масштаб трагедии! А прикиньте... Ой, какая жесть! Я чувствую, тут там, на последнем уровне можно будет остаться навсегда. И не найти ничего. Такое все маленькое. Среди нас есть предатель. Так, мужик с рыжей бородой, но лысый. Вон он. У кутьку будет. Это похоже на камень? Это что, похоже на камень? Видимо, рядом с каменотесами должно быть, или что? Здесь вообще какой-то аукцион происходит, судя по всему. В общем, там, где камни, там должно быть это. Желтый маленький кругляшок. Давай пока, наверное, без кругляшка. Я не вижу его нигде. Что следующее у нас? Эти камни мой дом. Не трогай их. Какой-то очень странный динозавр с лапками. Это он? Это он? Антон. Его зовут Антон, 100%. Какое-то гнездо нашел еще. Слушай, ну игра, хорош. Я на самом деле думал, здесь будет... Ну, какая-то движушка хоть. А здесь реально просто статическая картинка. Ты ищешь предметы до бесконечности. Но мне кажется, это только с чатом будет довольно интересно делать. Так, можно очень долго. Да ты просто бриллиант. Хм. Что это значит? О, кеглю нашел. Бриллиант. Какая-то непонятная статуэтка. Ее уже вырезали или... Во. Нет, это не оно. Извиняюсь. Ошибочка вышла. Здесь пока еще никто ничего не вырезал. Здесь какие-то чубрики стоят непонятные. Аукционы. Что значит, да ты просто бриллиант? О, нашел. Снова бананчик. Я не могу наесться одним бананом. Кто-то должен есть бананы. Может, птеродактиль какой-то? Смотри, я камушек нашел от птеродактиля. Что это? Яйцо от дерева недалеко падает. Но погоди, я ищу банан. Кто ест банан на карте? Есть кто-то, кто ест банан? О, нашел. Ты кто такая? Почему курица может перейти дорогу, а я не могу?
О боже. Погоди, а у нее должен быть... Нашел. Если камень обрабатывать, он превратится в произведение искусства. Уж знаете что, я, наверное, возьму просто дочку в охапку и буду вместе с ней проходить эту игру, а че нет-то? О, погоди. Я нашел этот орешек, который в камнях спрятался. Значит, остался тупо динозавр и вот этот вот жучок. Кстати, давай жучок. Отличная летняя иглу. Где-то в доме, да? Вот она. Фух, осталось динозавра найти. Камень обработать, он превратится в произведение искусства. А, вот что мне надо сделать. Надо чужие камни порушить. Где динозавр? Что-то я... А, во, во, нашел! Капец. Ой-ё, вы только посмотрите. Тут вообще просто нужно кучу всего найти. Я просто жмакаю сейчас куда попало, но вы понимаете, что жмакаю куда попало, я нифига не найду. Жесть, какую-то маленькую улиточку найди в этом городе. Да тут глаза сломать можно. Ну поехали, мы не так уж и отличаемся, ты знаешь. Сразу нашел. Я умею летать. Вам не видно, да, за моей широкой спиной? Там ящерка. Ящерка говорит, я умею летать. Видимо, она с птеродактилями сидит. Так. Он сбежал. Перекройте эту местность. Непонятно. Оп, факел зажег. Ой. А я случайно, кстати, я не знал, что мне его надо найти. Так, ладно, пока с улиткой непонятно, кто где сбежал. Я, может быть, потом увижу, что кто-то где-то сбежал. Может, человек какой куда сбежал. Результат неожиданного союза. То есть какие-то разнообразные динозавры должны дать какое-то супер-мега-яйцо. Неожиданный союз. Это кто с кем? Это одинаковые. Это крокодил или как их там называют. Вот это вот разные, по-моему, не? Во, нашел? Нашел? О, еще одна ящерица. Я предпочитаю оставаться в тени. Тени. То есть это либо под навесом под каким-то. Деревья здесь я не вижу, чтобы тень давали, если честно. О, нашел. Догадка была правильная. Он считает, что отлично играет в прятки. Сомнительно. О, жесть, здесь столько народа одинакового. В коричневом балдахине чел, который типа прячется еще с палкой на голове. Вот он. Нашел. След. Похоже, названный гость... А, названный гость оставил след. Наверное, незваный гость оставил след. Ну, след это тяжело. Я, кстати, банан нашел. Ну, банан не надо сейчас искать. Динозавра неправильного нашел. Ой. А, улиточка! Я просто класснул! Честно, я не видел ее там. Я класснул на черепок, кстати, вот след. Я класснул на черепок, думал, вдруг там надо будет его найти. Я там особо не изучал, что дальше нужно будет. А, так, слушай, я уже могу на следующий этаж перейти, но это же не камильфо. Кстати, черепок нашел. Какой-то мячик, смотри. Постойте, зачем вообще строили эту башню? Какую башню? Вот эту вот? Понял. Похоже, этот мяч принесет нам победу.
Так, принесет победу, значит, где-то какая-то игра должна происходить. Вот здесь вот. Они в питанг играют. Смотри. Ох, теперь я понимаю, почему у этого коротышки болел живот. Ага. Коротышка с больным животом. Возможно, это какой-то госпиталь местный. Во. Нашел. Это не госпиталь. Последний цветок, переживший ледниковый период. А ты кто? Что может быть лучше супа из каштанов, когда возвращаешься домой после работы? Погоди, но суп это где-то здесь, в едальне. Только я не вижу суп. А здесь нету супа? Возвращаешься домой с работы, вот он. Суп. Все, остался только цветок. Ледниковый период, где лед? Это лед? Это похож на лед? Куски. Но цветка я здесь не вижу. Хотя, возможно, я смотрю прямо на него. Может быть, здесь? В мамонтах? Конечно, в мамонтах! Да! Да, Вильтёк, великий поисковик! Охотничий отряд. На самом деле затягивает. Ты сидишь такой, смотришь, 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 разглядываешь. До бесконечности охотник стал добычей. Это, кстати, очень крутой динозавр. Посмотрите, какие здесь пастбища, просто сумасшедшие. Я не могу гигантского динозавра найти на этом пастбище, потому что это пастбище сумасшедшего размера. Ага, спрятался, потому что. Не дразни быка. Оу. Быка или мамонта? Ведь пацаны с мамонтом заигрывают. Но здесь нет такого пацана. Хорошо, где тут бык? А, бык это местные ратопсы, какие-то цератопсы. Молоток. Не лучший способ собирать ягоды. Кто там за ягодами пошел с молотком, я что-то не понял. А где тут ягоды вообще? Вы видите ягоды? Это ягоды? Нет, это не ягоды. Ой, я черепан какой-то нашел. Магия, вуду. Видишь что-то выделяющееся из общего фона? Жмакай. А вдруг? Вот он. Молоток. Ящерка, ему нравятся высокие и теплые места. Такой вопрос, а что здесь высокое-то? Дерево? А теплое значит на пальме. Нашел. Все правильно, вот высокое теплое место. Он просто настолько мелкий, когда ты отдаляешь вот так. Ну как так можно что-то увидеть? Вы видите его? Я нет. Случайно нашел. Северные животные слишком крупные для этого капкана. Так он на севере или на юге тогда? Нужно искать мелких животных. Может быть, это они? Ну капкан, в принципе, довольно выразительный. Хотя они могли спрятать его за куст, и он нифига не виден. Но в эту игру долго не поиграешь. О, кстати, цветок нашел. Я заметил, что здесь цветочек такой красивый. Еще нужно лук найти, кстати. Южный охотник пропал. В последний раз его видели, когда он отправился к зеленым гигантам. Ага! Капец, я нашел капкан. Северные животные слишком крупные для этого капкана. Он все-таки был более-менее на севере, как вы видите. Фух, вы не представляете, как долго я его искал. Но лук я так и не нашел, кстати. Так. Я сделал это, чтобы ему больше не было одиноко. Какой-то динозавр еще должен где-то быть, которому, для которого сделали эту штуку. Вот этот вполне одинокий. Или даже вот этот. Но... О, нашел! Как я это нашел, вы не спрашивайте у меня. Просто смотрю, синенькое что-то зеленеется. И давай жмак туда сразу. Он еще не родился, а на него уже ополчились эти синие мерзавцы. Но это явно не синие мерзавцы. Тогда кто? Вот эти? Вот мамонтов яйца не родятся. Нет, что-то другое должно быть. Может быть, вот это синие мерзавцы? А, во, нашел, действительно. Действительно, синие мерзавцы ополчились.
Шаман просто хочет найти любовь. Шаман хочет найти любовь. Кто здесь шаман у вас? Здесь я вообще шамана не вижу. Может быть ты? О, шаман. О, понял. Резиновую женщину себе из камня вырезал. Поэтому он вернулся с игры в мяч пострадавшим. В мяч играли где... Нашел. Вот они, мечи лежат, и вот эта штука лежит. Все, остался только лук. Я нашел лук! Не, ну... Ну как это можно было увидеть вообще? Я не представляю. Это жесть! О! О! Все, новая карта, ребят, пошла. Желтенькая пошла. Ну, пока она маленькая. Знаете, на маленькой мне больше нравится искать, чем на этой гигантской, на которой ты ползаешь, ползаешь, ползаешь по карте. Да, а, дома можно вскрывать. Дуэтка. Я сейчас даже, смотрите, даже не читаю, где. Книжка. Плейта. Тиу. Курик. Может... Это свитки. Это не флейта. На флейте кто-то играет, наверное. Давай посмотрим. Звук мягкий, как шелк. Как шелк. Это шелк? Хм. Что есть шелк? Ладно, скипнем пока. А, забыл рабочий или припрятал вор? А, то есть не у человека, вот. Да это ж, конечно. Укусивший рискует сломать зуб. Зачем? А, во. Это какое-то перышко. Оставила птица с перьями тысячи цветов. Перья тысячи цветов. Какая-то разноцветная птица. Тебе легко, осталось дудку найти. Хм. Или нет дудки? Хм. Звук мягкий, как шелк. Здесь какие-то рулоны лежат, но... А, вот и дудка здесь. Все верно. Вот такие уровни мне нравятся. Ой-о. Спасите, помогите, хулиган зрения лишают. В прямом смысле, кстати, тут если долго играть в нее, наверное, зрение сядет. Вот моя пляжная одежда сочетается. Нашел. Он не оставляет рыбу другим. Рыбак. Хм. Весло лежит вместе с рыболовными снастями. А снасти-то где? Прикольно. Пука-пука, пука-пука. А крабик же. Нам нужно вот такого. Это что это такое вообще? Слишком близко к остальным. А, я понял, это египтяне выехали на пляж. Отдохнуть. Ой, черти, ты посмотри, что творят, а. Нашел. Непонятно, правда, что значит слишком близко к остальным. Она другая. А внутри я продаю подушки. А, внутри. Все. Хорошая подсказка про внутри. О, нет, щит упал в воду. И стал спасательным кругом, видимо, да? Для лягушки. Без Анха я из дома не выхожу. Какая-то жрица. Хм, нет, не ты. Не ты. Анг. Вот он. Да. Египтяне. А у меня... Какие есть варианты, кстати? Андрес линейно, да, все?
Смотри, Египет, средние века, вестерн. Что ж, это довольно миленькая игра, с довольно прикольной рисовочкой, но... Черт побери, глаза ломаются просто от нее. О, прикольно, этот фараонов. О, я что-то нашел. Я, конечно, не уверен, что вы хотите смотреть, как я буду ломать глаза дальше. Но чем черт не шутит? Теоретически, я вообще не против продолжить. В эту игру просто нужно с перерывами играть, ну, чтобы глазки не вытекли из орбит. А так почему бы и нет? Это, ребята, неделя интересных, точнее, не интересных, а возможных прохождений. Всем спасибо за внимание, ставьте ваши лайки, в описании ссылочка на плейлист обзорчиков пока что. И до встречи. Пока-пока. Ой.